Получить полис обязательного медицинского страхования нового образца можно до 1 ноября. После обмен возобновится только в январе 2019 года. Такая необходимость возникла из-за большого разнообразия полисов в регионах. По закону лечебное учреждение не имеет права отказать больному со старым полисом в экстренной помощи. В ином случае могут возникнуть сложности. Строительство дорог в России резко подорожает из-за налогового маневра. В цене вырастет битум. Цена на дорожно-строительные работы увеличится на 250-300 миллиардов рублей. В результате протяженность строительства и ремонта дорог может сократиться в пределах 10%. Продукты в магазинах подорожали. С начала года в некоторых регионах в полтора раза выросли цены на сахар. Примерно настолько же подорожала пшено и белокочанная капуста. На морковь цены увеличились на 20%. В ближайшее время в магазинах перепишут ценники на все виды продовольственных товаров.